Аллилуйя. Сейчас хорошее время просто пересмотреть свои отношения к Господу Иисусу. Заключил с тобою свой завет. Сохранишь ли ты свое обещание ему? Он все сделал то, что необходимо с его стороны. Теперь за тобой остается выбор. Он Господь или нет? Он Господь или нет в твоей жизни? Он Господь или нет? Ты мой Господь. Кого ты любишь? Он Господь или нет? Ты мой Господь. Он Господь ли твой? Или просто спаситель, друг, исцелитель и еще что-нибудь? Он Господь или нет? Ты мой Господь. Он Господь или нет в твоей жизни? Он Господь или нет? В своем сердце храню завет твоей крови. В новом сердце, о, я принимаю решение, горит огонь твоей любви. В своем сердце я храню завет твоей крови. В новом сердце горит огонь твоей любви. Ты прости меня, Господь, за все мои сомнения. Вознеси меня, Господь, к вершинам Духа Твоего. Сейчас хорошее время возобновить свой завет с Господом. Вспомни все обещания, которые ты ему давал. О-о-о-о. Пусть Святой Дух просветит сердце твое.